Всем большой привет! Сегодня готовлю вкусный шоколадный кекс. Рецепт очень простой, и готовится он всего лишь с добавлением одного яйца. В глубокой емкости смешиваем муку, какао-порошок и разрыхлитель теста. В отдельной емкости смешиваем кефир, одно яйцо и сахар. В конце добавляем растительное масло. Соединяем сухие ингредиенты с жидкими и замешиваем тесто. Вот такое тесто должно получиться. Кекс я буду выпекать в силиконовой форме, смазываю ее растительным маслом. И заполняем тестом. Отправляем в духовку, температуру устанавливаем 180 градусов на 45-50 минут. Кекс готов, я дала ему немного остыть и теперь снимаем форму. Присыпаем сахарной пудрой, нарезаем и подаем к столу. Пробуйте, готовьте, рецепт простейший, а получается очень вкусно. Но я, как всегда, буду желать вам приятного аппетита. Спасибо, что вы со мной. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Заглядывайте на мой второй канал «Быстрая кухня», где я готовлю простые быстрые рецепты. Ссылку оставлю в описании под этим видео. Ну и всем пока-пока!